Совсем скоро на сервисе ОКО состоится премьера сериала «Открытый брак». В центре сюжета Сева и Оксана. Паре за 40. У них трое детей. Большая квартира в центре Москвы. У обоих сложившаяся карьера. Завидная жизнь для родных и близких, а не образцовая пара. Но оказавшись в гуще нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признается в этом мужу привычный, стремительный ритм жизни. Со своими буднями и круговертью дней, замирая, как в кино, и Оксана задает себе вопрос, ответов на которые она так боялась последние годы. Кто она? Чего она хочет? Счастлива ли она? Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак. Неохотно, но Сева соглашается. Сам он уже давно живет двойными стандартами. У него есть любовница, учительница, их младшего сына. В конце концов, для него это win-win. Жена остается на месте, любовница тоже. Плюс ни к чему не обязывающие легитимные связи на стороне. Супруги ступают на неизведанную территорию открытого брака. Главные роли в картине исполнили Марина Александрова, Антон Васильев, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Юлия Гаврилина и другие. Премьера сериала «Открытый брак» назначена на первую половину 2023 года на сервисе ОКО. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.